Зачем мне надо? Ну, замечена добычу разочаровать и пойти за головами. Фаб, что это? О, я выкопался к тебе, привет! Подо мной лава, стих. О, черт! Тут осторожней, тут лава. Да, и ты ее убираешь, молодец. Нифига себе, ты не пожалуйста. Ныль. Надо ливнуть пока. Надо ливнуть пока? Ну пока. Пойдем отсюда. А! Куда я выкопался, смотри. Что это такое? Я в какую-то пещеру лютую выкопался. А, блин! Уходи обратно. Где я? Где я, блин? А! Черт, тут все светится. Подожди, что это? Мазарит? А, нет, оказалось. Сейчас тут какая-то пещера. А, нет, тут ничего нет. Стой, куда ты уходишь? Я ж потеряюсь. Куда ты уходишь? Куда ты уходишь? Стой. Нет. Я сам уже стой, потерялся. Не надо. Не надо. Я вижу двойник. Ай! Опять упал. Ну, мы много копались. Мы сразу нашли Назарит, кстати, это очень хорошо. Так, где мы были? Где мы еще не были? Честно говоря, сам не знаю, куда идти. Идем сюда! По-моему, нам надо вон туда. Подожди. Где факел? Я нашел. Ты видишь майник? Иди ко мне. Вижу. Много мы копались, в принципе. Может тут вообще по факту вот так вот просто раскопать, и тут будет Назарит, а? Тут будет Назарит. Ну или у тебя нет алмазов? Мне надо все починить. Дашь мне все починить? Не знаю. А мне нет алмазов и уровня. Ну вот у тебя будет Назарит, так что тебе уже алмазы не нужны, так что. Давай, может, ты мне чуть-чуть алмазов. Обмен на Назаритовую кирку. Так у меня Назарита не так уж и много, как ты думаешь. У меня один блок есть. Молодец. Так. Ой. Вон я скинул, забирай. Сделай мне кирку. Или да, я сам сделаю. Как это делается? Так, подожди, она не так делается. Надо вроде его сначала пережарить. Ну, пережарь. Ну вот и собираюсь пережаривать. Так. Ты стримишь, Кексик? Да, я стримлю. Ты моя душа, не буду на вот здесь вот. О, у тебя два зрителя, как и у меня. Да, круто я. Да, он пережаривается. Ебой. Главное, чтобы я ничего не напутал. Это называется назаритовый скраб. Сейчас мы из назаритового скраба с помощью какой-то фигни сделаем этот. Но там какая-то фигня нужна, так что нам, наверное, снова придется идти в ад. Там вроде три нужно. Подожди. Что ты делаешь? Что ты ищешь? Тут ничего для тебя нету, юный путник. Все отлично, так. Как делаются назаритовые слитки, а? Как они делаются? Хорошо. Охренеть. Мне нужно золото. А нет у меня. Все переплавим, сколько тебе надо. А я сейчас сам переплаваю. Так, Наиль, мы нафармили. Вода с картоха, на привет. Практически ничего мы нафармили. В смысле?
Получается, ты останешься без алмазиков? Мы, нам хватит только на одну алмазокирку, да, ты прав. Окей, окей. Но ты пойдешь со мной потом искать Назарит. Понял? Окей. А больше тебе ничего не надо, там попку поцеловать, еще что-нибудь. Тихо. Ну, алмазики же дашь, конечно, да. Ну ладно, обойдешься алмазиками тогда. Ну просто мне нечем чинить кирку и броню. И вообще существовать. Смотри, что пишет. Мир робот. Господи боже. Так. Вопрос викторины. Если я ничего не напутал, вот это называется назаритовый слиток. Теперь дай мне свою кирку. Отлично. Теперь мы заходим сюда или не сюда? Нет, не сюда. Что там мне пишут? Иду спать. Ой, пока, пока, пока. Пока, Машка, пока. Один штука, вот эта штука. По-моему, теперь, если я не ошибаюсь, вот так вот. И вот так вот. Вот. Как там делается? Блин, я забыла, как нужно ритовая кирка делать. Подожди. Она как-то обволакивается. Ты меня на кирку заскамил, получается. Подожди, нет. Не может быть. Она так... Чёрт. Подожди. Араб. Найс, вопрос, конечно, мир робота. Ой, блин, у меня телефон разжился уже, господи. Кузнеца. Ага, все, сейчас сделаем тебе. Раз и два. Сколько тебе надо алмазов? Подожди. Ну стол кузнец. А, нет, стол кузнеца, это вот этот. Господи. Все, теперь точно сделаем. Готов узреть свою новую незритовую кирку? На урон 6! Это как у алмазной. Готов? Готов? Да, мой кексик. А вот и нет! Я заберусь в бег! Ладно. Бежи. Алмазная кирка? Она же алмазная. В смысле, я тебя скинул на Зариту. А, нет, я тебе... Нет, я тебя скинул на Зариту. Да, это там... Назарит, ты чё? Там пишется алмазно. Но это Назарит. Она... Ну, я её просто... Это Назаритовая кирка. Видишь, она... Назаритовая, господи. Ну, ты просил Назаритовую кирку. Вот Назаритовая кирка. Что ты делаешь? Она же не Заритовая, но она же другая. Ты ладно, просил давай. Назаритовую кирку. Вон у алмазной урона 5, а у этой урона давай. 6. И она копает быстрее. Вон, смотри, пошли проверим. Не надо мне лень, я сейчас офаюсь. А, да? Вон, она копает за один хрен этот. А, я ударился. Я пойду искать Назарит. Да ё-моё! Давай, кирку, я тебе алмазы дам. Давай, давай, сейчас. Сколько, сколько ты мне дашь? Сейчас. Ну, давай, может быть, алмазиков 10? 10? В одном блоке сколько 10. Алмазов? В одном блоке 5. Значит, дай мне 2 блока. Точно? Ни разу не 9? Один. Так. И что еще? Ради кексика. На. Второе. Давай мои эти. Все, это равнодушный трейд, мне кажется. Ей.
Прикинь, я нашел карту сокровищ. И угадай, где была, где был сундук. Прямо здесь. Да, прямо возле крепости розовой. А, прямо возле нее, но не зря же она построена на том месте. Подожди, где именно? Покажи мне дырку. Да, там справа, слева. Слева от крепости нет. Да, там. Там прокопано сундук, там внизу. Под водой. Блин, если бы я начал расширять... Подожди, нет, если... Не, мы не нашли бы. Не, мы нашли бы, если... Там был алмазик, я занялся подвалом, я хотел... Я хотел заняться подвалом. Ты не шаришь просто. Я хотел сделать подвал. Я нашел подземный этот, как я. Кого? Подземную. Подводную. Ты мне губку так и не дал, где губка? Поплыли. Губка где? Поплыли со мной, покажу. Нет, блин, мне нужно много губки. Очень много. Там много. Где? Поплыли, ты где? Идем к лодке. Показывай дорогу. Вон туда. Слышал, сейчас добавят сундуки в лодки, будем плавать с лодки. Ты там сзади сидишь, не припесюнивайся. Давай поменяемся. А ты стражу убил всех? Нет. Нет, так ну, там же эффект жесткий дается. Да, знаю. Так надо убить. Давай убьем сейчас. Ну давай. О, моя лодка. Если хочешь, бери. Чего ты угораешь? Ты че? Чего просто пахнет вкусно. Мужским запахом. Да. Сейчас тут должна быть реклама духов. Плывем, значит, такие под дождем. Да. В одиночестве. Да-да-да. Мне кажется, мы и потеряемся. Да-да-да. Нет, мой сладкий. Блин, сегодня 7-е, офигеть. О, нафиг. Вот, блин. Да, эффект. Офигеть, куда я заплыл. Губка! Отлично. Так, let's go за губкой. Еще там. Я АФК пока что, погоди. На когда кармашки сделать. Блин, я же забыл, что я копаю еще медленнее под водой. Черт. Эй, я не понял. Ты че? Кому? Ты чего? Но у меня кирка на большую эффективность, так что меня ничего не остановит. Я рядом медленно копал. Черт. Да! Один кармаш есть. Я могу уже там набирать воздух или не могу? Комета пусито. А, ай, комета пусито.
давай, черт возьми! Ну что там, кексик? Делаю кармашки воздуха. Вот, о, сделал! Отлично. Один. Я пока вот этих упырей буду убивать. Так нам нужно двух боссов убить, чтобы эффект закончился. Ага, и одного убил, получается. Ты одного убил? Да. Отлично. А второй я не нашел. У меня с собой этот, как его, шлем. Шлем на дыхание? Да. А у меня нет такого шлема. У меня есть. А? У меня есть кармашки воздуха. Значит, иди сплавай, убей второго босса. Он где-то тоже должен. Я не нашел его. Надо найти тогда. Вот это у нас эффект продлит, и мы сможем спокойно искать губки. Да я. Это очень важно. А для чего они нужны? Мне нужны они. Губки. Они губки. Да блин, тут еще один. Такой хрен. Хрен. Да черт, давай ломайся. А вон нашел его. Кого нашел? Босса? Угу. Пьярим. Тогда эффект должен пропасть. Все, убил. Хорош. Я сейчас это был, по-моему, второй. Сейчас эффект должен пропасть. Если их, конечно, не три. По-моему, их три. Ой, да, еще один. Где-то должен быть. Да, блин, еще один, да. Да, блин, еще и лампочка! Значит, ты в левой стороне плавал? Ты что, умираешь? Да. Не, надо умирать. Бывай. Я не могу найти выход. Ты сейчас умрешь, Наиль. Да. Надо так. Наиль! Наиль! Ничего не хватает. Наиль! Чёрт! Как ты умер-то? Моя идея, Наиль! Да ладно, там мой лут. Забери, пизжи. Сейчас, да где, блин, воя пусть отсюда вот надо. Где ты умер, Наиль? Как ты мог умереть, Наиль? Ой, это губка, а нет, это не губка, нет, Наиль, как ты мог умереть? Наиль, как ты вообще умер? Где ты умер? О, лут. Наиль, я нашел лут. Хорошая новость. Смотри, какой тут валяется классный. Ну тогда сплавай, там куча этих было. Подожди, мне нужен... На подводное дыхание шлем дайте мне, надоели уже реально. Ой, да блин, чё вы меня бьете? Алмазный шлем. Это оно? Сейчас я лечу. На дыхание? Да, это шлем на дыхание. Давай возвращайся. Я пошел! Убить, убить, убить! Здесь должен быть. Его здесь нет. Дельфинчик, привет. Так, надо расставлять, где выход. Кто еще потеряюсь тут? Я не туда заплыву, что ли? О, тут еще есть. Куда плыву? Да, губка. На этот, как его? Чё? Подводный этот храм. Да, подводный храм. Подводный. Чёрт. Нет. Давай возвращайте быстрее, у меня же не всё. Поведение тарит. Но основное я собрал. Ой, опять этот эффект. Защита, шипы, шипы, защита. Оба. Да, твой поп крутой. О, ты приплыл. Хорош. Чел.
Молодец. Прям хорош. У меня просто меч не очень. Если что, там остальное лут в этом. У меня золотое яблоко было, надо было его съесть сразу. У тебя нету золотого? У меня было, надо было его съесть, говорю. Да. Давай, покусим. О, блин, где выход? Черт, надо зафигачить этого босса. Дай ресыпь же. Там в сундуке остальные рез. Это что было? Под дождь пошел, что ли? Да ё перный бабайка! Ты золото собрал? Я ничего не собрал. Почему ты, золотом собрал? Зачем ты так сделал? Зачем ты золото не забрал? Да блин, я тут копаю вообще-то. А это что за сип? Кому он сюда вообще пожалуйста? А, так тут дырка все это время была. Депта, а я копался. Забыл. Потому что тут дырка была. Сейчас плаваем быстренько. Так ты уже должен был забрать золото. Нет? Да, я тут как. Да, нет. Кого? Шлем, еду, я пойду убью его. Третий год. Подожди, я все-таки нашел, где золото. Да, оставь это золото, оно нужно. Да ну, заберем наше золото. А, блин, я его буду дома носить. Да, дама там сейчас, подожди, не кричи. Плыву. Ищу выход. Не могу найти выход. Умру. А, нет. Сейчас найду у тебя. Где выход? Не могу найти выход. Где он? Где выход? Где он? Где выход? Ну что ты делаешь там? Не могу выход найти. Вот что я делаю. Гений игры. Но у меня есть хороший план. Я могу делать на каждом щиту кармашки. Так что я сам убью босса, и ты мне не будешь помогать. Только. Я сам убью босса, а ты там на поверхности чего не твори. Не скучно. Да, просто. Я сам убью босса, я же сказал. Я найду его и кукну сам. Без твоей помощи. Ха-ха-ха-ха-ха. В итоге кекс сдох. Ирония судьбы, не переоценивайте свои навыки. Не долго ждать, ты мне уже скучно, я хочу вернуть уже игры. Да вот и жди, блин. Я вот тут это самое, да-да-да. Ищу босса. Убивал. Где ты его еще убивал? Под нами, в центре, я еще не знаю. Двоих я убил, больше не убил. Сейчас найдем. Босс еще один. Блин, я придумал кое-что. Надо просто сплавать, они из-за текстуры часто заходят просто. Отдай мне лут. Нет, я же сказал. Я че кикну? Ладно, ладно, все, иду. Иду. Подожди, не здесь. О, тут рыба повесилась. Смешная шутка. Так, вот выход. А, или это не выход? Я застрял в текстурах! Как я застрял? О, блин, я сейчас сдохну. Так. Ой, это моя кормушка. Подожди, я не могу найти выход. Сейчас найду выход. И вот тогда вот поговорим. Где выход? Не помню тебя. О, я нашел выход. Майк, вот он. Ей, я нашел выход. Ей, ты где? Ай. Вот тебе твой шлем.
Вэш ЗК, шипы 2, защита 3, сводство с водой, дыхание 3, неразрушимость 1. Да ё-ма. Скидывайся в сундук. Подожди. Я должен Леш. Убить этого тварь. Ты мне кирку моя скинь, умник, защитник. Я сейчас сдохну. Черт. Где кирка? Какая кирка? Зрит. В смысле, у меня ее нету. У меня ее тоже. Может быть, ты имел в виду алмазную кирку? Короче, но у меня не плавай. Как ты бесишь уже. Ну она же алмазная подписана, ну ты чё, гонишь что ли? Вот держи. Я тут тоже скину. У меня недавно нету. Никита, привет, спасибо за бесплатную подписку. Здорово. Скинь еду, скинь мне еду. Я скину, подожди, тут файт. Вообще-то идет, а ты не понимаешь ничего. Какой ты долгий, пипец. На, я свою кирку туда забери. Шлем свой один. А, убью тебя, ты. Так, стой. Ой, нет. Чё, мы плывём? А ты где? Нет, ты где? Куда плывёшь? Ты в правильном направлении, кстати. Ну и нет. Я отомщу за тебя. Можно, да, можно, Никита. Нет. Чё, Никита хочет с нами играть? Угу. Только ты должен подписаться на канал Кексму. Так. Ладно. Зато у меня есть лодка. Возьми меня. Как выйти из лодки? Вообще, по факту, босс должен быть сверху, справа и слева. Ауч. Двух боссов мы убили, остался один. Где же еще один? Как же долго ломается, пиздец, ужас бесит. Биг Рин. А ты молоко забрал? Или ты не забрал молоко? А, найдешь губку, а, добывай. Нет, я не умру, я не хочу умереть. Ай. Чё, не умер я? Я не умер, как настоящий профи. Зашёл босса? Нет. Не нашёл, значит. Вперёд! Я найду босса и без дыхания. О, нет, не здесь. Чёрт, а где тогда? А, вот здесь. Чёрт, теперь всплывать придётся. Ай. Пожалуйста. Я сдохну. Оно не ломается, пожалуйста.